Приветствую всех любителей хоккея на матче Барыса и Кулагер. Это вторая встреча между командами. И я напомню, что первый матч закончился счетом 5-4 в пользу столичной команды. Ну и с другим настроем вышли на площадку подопечные Ильгиза Нуриева. Это было очевидно с первых минут противостояния. Были очень острые атаки. И вот одна из них в исполнении Романа Заруцкого. Но Владимир Никитин, так же, как и Александр Коваль, сегодня выполнили свою работу на все 100% в основное время. И множество сейвов мы с вами увидели в исполнении этих голкиперов. Никитин, кстати, проводит только первую встречу, да, против Кулагера, поскольку во вчерашнем противостоянии Истомин защищал ворота столичной команды. Вот один из эпизодов, гол Константина Морожникова, который все-таки был не засчитан. Ну и также игра проходила на встречных курсах. Очень много было бросков по воротам именно Владимира Никитина. По статистике мы видели, да, что было преимущество у Петропавловской дружины. Перебросали отчасти они своих соперников. И это все-таки отразилось на итоговом счете. Да. В овертайме количество так и превратилось, наконец, в качество. Но и у Барыса были моменты, были неплохие моменты, но обратите внимание, даже по хайлайтам Лагер был острее, на мой взгляд. Были очень опасные атаки, но 100% возможности были и у той, и у другой команды, но все-таки стоит похвалить в первую очередь голкиперов, ну и во-вторых, где-то, да, везло, конечно же, не без фортуны. Константин Морожников, его сольный проход, который завершился для него отчасти неудачно. Довольно большое количество сегодня было болельщиков на трибунах. Конечно же, если сравнивать по уровню Джаз-лиги, да. Ну и итоговый счет 1-0. Автором единственной заброшенной шайбы стал Даниил Мохамадеев. Ну и стоит отметить вот эту филигранную передачу в исполнении Даниила Варламова. Ну, два Даниила соорудили единственный гол в этом матче. Поздравляю команду Ильгиза Нуриева с победой. И это было первое поражение Барыса. Финальная статистика по броскам 19-23 в пользу гостей. И с точки вбрасывания они были тоже сильнее. 20-27. Ну и пенальтис по удалением 14-16. И здесь, можно сказать, переиграли своих соперников игроки Петропавловского Кулагера. До новых встреч!